Знаменитый итальянский оперный певец привез в Россию романсы Рахманинова и Мусоргского. Шаг довольно смелый. У меня не было никакого страха, ведь я не претендовал исполнять эту русскую программу как русский. Я очень много над ней работал. Исполнителя больших партий. И думаю, что выступление может считаться успешным, если было понятно то, что я пою, и те чувства, которые я хочу передать. Ферруччо Фурланетто мы знаем преимущественно как оперного певца. Исполнителя больших партий в операх Моцарта, Верди, Массне. Оперная карьера его одна из самых блестящих. Его же концертная деятельность не имеет столь гладкой истории. У меня были большие концертные турне до 93 года. Потом возникла пауза. И вот 2 года назад я вновь вернулся к концертной деятельности. А эту программу мы с пианистом Игорем Читуевым должны записать. Ферруччо Фурланетто работал с пианистом Алексисом Вайсенбергом. Ему же и принадлежит идея этой программы. Недавно у итальянского маэстро появился новый пианист Игорь Читуев, унаследовавший задачи своего предшественника. Эта замечательная поэзия и музыка помогли мне понять, что такое русская душа. Я очарован просто этими романсами. Итальянскому певцу вообще близка русская музыка, как близки между собой наши языки, в которых очень большую роль играют гласные звуки. Поэтому с точки зрения фонетики, например, я не испытывал сложности в подготовке этой программы. Если для романсов Рахманинова достаточно музыкальности и наличия настоящего голоса, то для исполнения Мусоргского требуется актер, очень хорошо подающий русское слово. Через Рахманинова и Мусоргского я пытался приблизиться к русской исторической традиции. У вас, как и у итальянцев, много трагического в истории. И я полагаю, что певцы, сделавшие большую карьеру, достигшие зрелости, просто обязаны выступать с этой музыкой, потому что в этих романсах содержатся высоты, которых нет ни в какой другой музыкальной культуре. Dei traguardi che in altre lingue non hanno.